находимся в районе Шейх Максуд, города Алеппо, который удерживают подразделения курдской самообороны. Несмотря на перемирие объявленное, интенсивность боев не снизилась. Подразделения исламистов подтягивают сюда технику, которая освободилась на других направлениях, в местах столкновения с сирийской арабской армией. Только что прилетел снаряд на одну из соседних улиц. В тот момент, когда выключил камеру. Где? Ребенка. Ты что, вот ты что? Кто-то там еще есть? Там никого? Было два выстрела. Один снаряд попал сюда, второй в соседнее здание на ближайшей улице. К счастью, здесь никого из жителей не было.